сегодня мы с вами рисуем тюльпан. Я здесь пытаюсь наметить уже первые чашечки, листики тюльпана. И сегодня я хотела бы попробовать рисовать красный цвет. Я подсматривала у таких именитых уже акварелистов, которые много что писали и уже признаны, так скажем, мировым обществом. Хочется, конечно, что-то тоже такое попробовать. Тем более сейчас время у нас карантинное, время у нас свободное. И так как я сижу дома, не езжу на работу каждый день, как я обычно это делала, у меня нет студентов, которые бы занимались у меня по иконописи. Вообще как-то становится так тихо и очень хорошо даже, я бы сказала, у нас в городе Подольске. Потому что до нас еще вот такой прям ажиотаж сильный не долетел. Конечно, весь ажиотаж находится в Москве. А так как я живу за городом, мне, конечно, полегче, поспокойнее. И наоборот, я думаю, столько времени сейчас и на землю уйдет, чтобы подготовиться к весне. И вообще как-то все хорошо. Вот как раз одна из новых техник, которые сегодня хочется попробовать, мне это вот такой тюльпанчик сделать акварелью. Попробовать, по крайней мере. Тем более время сейчас самое оно для того, чтобы пробовать что-то новое. Фотографию этого цветочка я выложу у себя на страничке. Так что если будут какие-то вопросы по тому, как писать и где взять референс, он у меня будет в открытом доступе. Или вы сможете мне написать, я вам его вышли этот цветочек, он такой крупный у нас получился, может, мы сейчас его чуть-чуть поменьше. Я сейчас смотрю на фотографию, тут, конечно, разобраться бы с этими вот прекрасными лепесточками. Пока вот, ну, вроде как вот так должен быть. Можно здесь вот чуть-чуть добавить. Водичка, опять вода должна у нас, насколько я знаю, должна подвять. То, что, по крайней мере, я когда проходила курсы Сергея Курпатова, он там про это говорил, что нужно обязательно дать воде как бы уйти в холст, тогда будет хороший результат. Здесь у меня какая-то тоже необычная бумажка. А, нет, бумажка у меня, кстати говоря, та, которую я обычно пишу. Это не торшон, это вот такая бумажка. 300 грамм холодного пресса. Очень мне нравится эта бумага. Она дорогая. Но между тем, почему бы и нет. Так, ждем сейчас и будем уже заниматься тем, что пропишем фон. Пару раз у нас должен уйти вот эта глянцевость на бумаге. И уже будет более-менее готовая такая поверхность к работе. Итак, мы с вами переходим к фону. Я, наверное, сделаю фон и сразу возьму цвет такой более голубой. Возьму прям прозрачный голубой. Вот такой какой-то, да, прозрачный голубой. И проложу там, где у меня есть блики.
Это у меня здесь будет блик. Здесь у меня будет какой-то холодный блик. Тут холодные блики. И здесь по краешку тоже холодный блик тоже сделаю. Все остальное, так, еще на просто на моем стебельке проложу холодом и по основным линиям своих листиков. И помимо синих таких цветов я проложу еще и ярко-желтый, обычный такой кадмий, даже, наверное, больше стронциановый сделаю, вот такой ярко-желтый, и я сделаю это тоже прозрачно. Это будут первые блики, которые у нас должны будут, ну, грубо говоря, сохраниться, пока мы будем писать. Так, здесь, ну вот, наверное, все, хватит пока, да? И проходим сейчас фон. Фон сразу я хочу постараться намешать в один слой. Мне это будет тяжело сделать, потому что я не совсем знаю, какая должна быть прям концентрация краски. Для меня это тоже опытным путем таким я достигаю. И посмотрим. Мне хочется сделать прям такой темный-темный фон. Я знаю, что это вот эта бумага конкретно, которая у меня есть, она на несколько тонов будет светлеть, высветлять краску. Но между тем мне вот хочется какой-то прям синий-зеленый сделать очень интересный, красивый. Может быть, я еще каких-то зеленых цветов сюда добавлю. Ну, начну с вот этого. И пройдусь прям около листочков. Да, еще бы я бы хотела. Мне кажется, даже сейчас он светловат. Еще бы хочется прям погуще цвета сделать. Ну, вот какой-то, да, вот такой, наверное. Может быть, чуть теплее, там, какой-то коричневый умбра добавить. И сюда ярко-синий какой-то цвет, чтобы у нас на контрасте с красным тюльпаном зажглась эта акварель. Так, здесь у нас вообще все темно. Я какой-то хочу взять прям нейтральную черную, может быть. Сделать максимально темный этот цвет. То есть я хочу попробовать написать сейчас фон за один прием. Так. Так, и дальше вниз пойти, на какой-то, может быть, еще что-то подмешать, больше ультрамарина какого-нибудь, вот сюда. На темно-синий. С другой стороны тоже я бы делала более теплый такой цвет. Попробовала тоже пойти от листочка. За цветком у нас все сильно темное, сильно черное.
И сюда то же самое. Так. И пошли вниз. Каким-нибудь сине-зеленым. Так, вот здесь вот я чуть-чуть сплоховала. Сейчас мы вот так вот уберем этот цвет. Оп. Оп. Так, и вниз вот это все проходим. Ну, таким же дальше, мне кажется, и можно вести. Просто чуть-чуть какие-то оттенки менять. Коричневым цветом идем вот здесь. Все, я думаю, сейчас мы дадим просохнуть, посмотрим, как наш эксперимент удался ли, как он смотрится. Может быть, даже вот здесь побольше. Ждем, высохнет, и будем смотреть, что из этого вышло, как оно будет смотреться. Вот смотрите, как у нас просох наш фон. Сейчас мы с вами намешаем прозрачный оранжевый такой цвет, который у нас будет светиться из-под тюльпанчиков. Я думаю, что это должен быть даже какой-то очень светлый, ярко-светлый цвет. Может быть, вот такой. Да, наверное, я проложу такой цвет. Может быть, чуть-чуть красненького добавлю. Вот какой-то, наверное, вот такой цвет. И пройдусь по всей поверхности нашего цветочка. За исключением тех мест, которые у нас отмечены нашими бликами. А даже можно, наверное, да, наверное, блики мы вот так вот оставим и смотрим, то какое, где у нас будет небольшое такое свечение. Вот, да, я пройдусь, пожалуй, по всему своему цветочку. И где-то могу добавлять больше, например, красного цвета. Где-то можно добавлять... Да, больше красного. Где-то можно больше, чуть-чуть побольше синенького добавить. Причем синенький должен быть, надо его подобрать, какой-то, наверное, больше фиолетово-красный какой-то. Может быть, какой-то такой он с этой сторонки будет. Вот так мы его сейчас заметим. Дальше мы идем на верхний наш лепесточек. Здесь мы оставляем тоже цвет. И вниз более красным можем пройтись таким.
сюда вот. Так, сюда кусочек. Здесь более светло-оранжевым также проходимся. То есть идем от светлого. Да, и сюда также. Все, ждем, пока высохнет у нас и эта сторона нашего тюльпана. И переходим к листикам. Я думаю, что листики все можно сделать светло-салатовым таким вот цветом, почти кислотным. Прозрачно проложить все те места, где у нас будет впоследствии свет, да? Ну, я вот здесь вот еще чуть потемнее сделаю. Так, и вот здесь вот где-то оставляя наш блик, где-то заворачивая лепесток. То же самое здесь, где-то мы оставляем, где-то можем синим пойти. И здесь где-то синим, а где-то прям даже с темно-синим можем вот так вот идти сюда. А внутри этих прекрасных цветов, листиков, да, будет другой зеленый. Нам надо его поискать, чтобы он был отличнее от того зеленого, который у нас на фоне. Может быть, он будет теплее, какой-то травяной. И мы проходим более темной краской внутри, но обязательно с добавлением цвета загиба. Здесь может быть чуть-чуть посинее, а сюда вниз пойдет потеплее наш листик. И тоже оставляем где-то полосочку, которая будет говорить нам о том, что за ворот есть. Здесь я бы чуть-чуть, может быть, водичкой размыла. Так, и внутри вот этого листочка чуть-чуть другой цвет, мне кажется, все равно. Сюда более такого желтого. Так, торец нашего цветка будет чуть посветлее, и мы также сейчас светло сюда и проведем, и добавим обязательно такой более голубой, это берлинская лазурь, я думаю, будет вот так вот. Да, более желтый такой оттенок. Так, ну и серединку нашего листа мы тоже должны с вами через синий показать. Оставляем
через пару минут продолжим, когда листочек высохнет и наш сам